дорогие друзья, приветствую вас. На моем канале есть видео о неприходящем коде от Google AdSense, чтобы вы могли подтвердить свой почтовый адрес, физический почтовый адрес. И у меня была такая история, когда я создавала аккаунт на этом канале, выплаты, начисление выплат было приостановлено. В Google AdSense аккаунте, потому что я никак не могла по почте получить письмо, конверт от, открытка она называется, от Google AdSense с пин-кодом. И так я и не увидела этого конверта и подтвердила свой почтовый адрес другим способом, загрузив скан своего паспорта. А у меня аккаунт казахстанский. Надо сказать, и в Казахстане основной документ гражданина Казахстана – это не паспорт, а удостоверение личности, представляющее собой пластиковую карту размера, ну, такого стандартного размера, как ваши вот карты, по которым вы получаете деньги. Вот. И оказалось, что до скана этого документа достаточно, то есть в нем, в ИИН-коде содержится информация о вашем проживании, о вашем месте проживания. Прошло некоторое время, я завела так было нужно, завела другой аккаунт гугловский, и уже на территории России и в Российской Федерации я таки получила, то есть Почта России сработала лучше, чем Казпочта. Получила этот конверт, открытку, выглядит он вот так. Здесь с двух сторон отрывные края, здесь от край оторван. В общем, вот смотрите, здесь есть напечатан тот физический адрес, который я указала при регистрации. Вот штемпель отправителя выглядит вот так. Так, обратная сторона выглядит вот так. Сам конверт напечатан на листе А4, ну, там стандартное. И вот здесь есть такие отрывные края, которые очень легко отделяются. С той стороны я отделила. И здесь, почему открытка, потому что она легко открывается. И здесь вот указан ваш пин-код, который вы должны в Google AdSense аккаунте ввести в специально отведенном поле. Так. Ну, теперь я могу его смело показывать, потому что он уже введен. И все, если вы срисуете, то эти действия не будут. То есть для меня это уже безопасно. Здесь сказано, шаг 1. Откройте страницу google.com AdSense и войдите в аккаунт AdSense с именем пользователя и паролем, который вы указали в заявке. Шаг 2. Нажмите на значок настроек. Ну, характерная такая шестеренка. И выберите пункт настройки. Шаг 3. В разделе «Информация об аккаунте» нажмите на ссылку «Подтвердить адрес». В открывшемся окне введите свой пин-код, а затем нажмите «Отправить». И все, через некоторое время вам приходит извещение о том, что вы подтвердили свой аккаунт, свой почтовый адрес. И с этого момента Google AdSense продолжает начислять ваши заработанные денежки как партнера Google AdSense, то есть за размещение контекстной рекламы на ваших сайтах, которые вы привяжете к этому аккаунту, и в частности, что нас всех интересует, партнерские деньги с YouTube. Ну вот и все. Я надеюсь, эта информация была полезной. Возможно, что-то забыла упомянуть. Задавайте вопросы, я отвечу. Но
знаете, что в принципе все, в основном все партнеры YouTube и Google AdSense не расскажут вам, как создавать, как вот это все делать, потому что это делается один раз в самом начале и быстро забывается, потому что ну, слишком многоходовая комбинация, и все эти нюансы не запоминаешь. В общем, единственный совет, который я могу дать, следуйте всем тем указаниям, которые вам дает сам Google, и все будет окей. И также, конечно же, сейчас могут посыпаться приглашения мне от различных медиасетей, что вот так и так выводить таким-то способом, через такую партнерку выводить деньги проще. Я сразу на эти предложения отвечаю спасибо. У меня уже есть медиасеть, с которой я сотрудничаю. В общем, я не нуждаюсь в такой информации. Все. Всем всего самого наилучшего, успешного партнерства со всеми сервисами и сайтами Google. Всего самого наилучшего. С вами была Алина Коновалова. Пока.